Омск ожидает сильный паводок. Синоптики прогнозируют потепление до 0 градусов уже к концу этой недели. Возможных мест подтопления в черте регионального центра более 300. Сейчас городские власти экстренно вывозят снег с проблемных участков и выполняют меры, чтобы предупредить подтопление. А пока лед на реках имеет зимнюю толщину, сообщает в МЧС. 9 переправ в Омской области продолжают действовать. Напоминаем, что пересекать Иртыш в городской черте запрещено.